Вот, все прекрасно. Вот здесь очень хорошо, знаете чем? Мой кожеголовый и крокодилоголовый может спокойно полежать на камнях, может раскрыть пасть, половить мух, комариков, не знаю, ну и, конечно же, погреть свои перышки на спине. Ну, конечно, он не пернатый, вот. Но при... В смысле? Ты чё, оборзела, что ли? Эй, дружище! Ты посмотри, а! И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и вы уже, наверное, давно заждались второй серии прогулки с крокодилоголо... с кожеголо... с чемоданого... с кожаным чемоданом. Короче, прогулки с крокодилами. Вторая серия. Всем приятного просмотра. Кстати, мой Дейнозух уже вырос. Посмотрите, он огромен. Я столько сил и времени потратил, чтобы его вырастить. Боже... С каннибалами. Я рос с каннибалами, да. Я не знаю, меня не убили. И, в общем, короче, я остался один. Я уплыл, не находил себе никакой пати, держался один. В соло, в общем, все прекрасно. Я уплыл от той речки, помните, да, в первой серии. Кстати, ссылочка на нее будет в описании. Кто не смотрел, можете обязательно посмотреть. Вот, я уплыл от них подальше. И, не знаю, нашел тут какую-то чудесную, расчудесную... речушку. О, форелька плавает. Можно перекусить. Но сейчас я хочу вот проплыть туда чуть подальше. Я вижу там какие-то камушки. Это место мне очень знакомо. А знакомо оно мне тем, что здесь любят потусить различные динозаврики. Да, проститься. Я сам на стримах ращусь здесь, именно здесь, со своим пати. Я собираюсь и ращусь на этом бревне. Довольно-таки опасное место, я скажу. Когда здесь дейнозухи, а ты пытаешься еще пораститься. Ну и, как обычно, хочу выразить огромную благодарность серверу Age of Dino за предоставленные мне съемки. Спасибо. Все ссылочки на их Discord и сайт будут также в описании под видео. Как же мне нравятся звуки окружения в Эвриме. Боже, это невероятно. Так, подожди. Что у нас здесь? Форель. Оу. Ха. Чудная форель, которую можно поймать. Но у меня, как всегда, обычно это не выходит. Куда ты поплыла от меня? Ну-ка, иди сюда. Во. Нет. Ты что, представляешь, что ты, Дейнозух, тоже всплыл на поверхность, к бережку поближе? На кого ты пытаешься напрыгнуть? Все, я поймал форельку, замечательно. Знаете, меня эти водные процедуры немножко уже утомили. Я хочу вылезти все-таки, наверное, на поверхность. Погреться где-нибудь вот здесь вот на камушках, на этих. Да, здесь так хорошо. Самое главное, чтобы какие-нибудь карнотавры или... стегозавры мне тут не зашли в задницу, иначе будет бобоська мне. Бобоська. А та-та мне зададут. Сочную форель мы сейчас высушим на этих же камнях, где будем сами прохлаждаться. Тик. Вот так вот. Вот это будет наше теперь райское гнездышко, знаете? Вот, все прекрасно. Вот здесь очень хорошо, знаете чем? Мой кожеголовый и крокодилоголовый может... спокойно полежать на камнях, может раскрыть пасть, половить мух, комариков, не знаю, ну и, конечно же, погреть свои перышки на спине. Ну, конечно, он не пернатый, вот. Но при... В смысле? Ты чё, оборзела, что ли? Эй, дружище! Ты посмотри, а! Ты чё, ты откуда взялось, а? Чудо чудесное. Это моё болото. Ты знаешь, что это моё болото? Тебе же ГГ будет. Я тебя предупреждал. Ты посмотри, на что хитроют, а? То есть? Я не понял.
пока я плыл сюда, она увидела меня на камнях и решила меня покусать. Ха-ха. Ну, знаешь, ты... Нет, зачем? Я не потащу тебя под воду. Ты сейчас будешь у меня тоже сушиться вместе с моей форелью на камнях. Боже, оно мило смотрится. Вот теперь ты очередная закуска для меня. Знаете, нет, я тебя не буду есть. А вот кусочек форели можно щемануть, поесть. А ты пока посушись. Знаете, как сушеная рыба. Ну ладно, кусочек щеману, так уж и быть. Так. А, то есть я проглотил форель? Интересно. Блин, это грёбаная юта мне немножко навешала бледа. Мне теперь надо будет лежать рогениться. Зараза. Откуда она взялась? Текс, ну вроде хилочку я установил. Все же прекрасно. Полежали на дне. А теперь время, наверное, возвращаться на наши камни. За то время, пока я здесь лежал, здесь, кстати говоря, появилась куча просто рыбы. Это офигенное место для пропитания, да, реально, для роста. Так, теперь мне самое главное важно знать. Моя туша ютараптора никуда не пропала. Вроде бы всплесков я никаких не видел. Никто из других игроков сюда не приходил. А, вон туша. Да, туша ютараптора прямо, она вот до сих пор болтается на камнях на тех. Давайте, знаете что? Мы можем, в принципе, сделать замануху. Это же хорошая тактика для Дейна Зуха. Так, мы можем сейчас вытащить тушу. На это озеро. Ну, вообще, хорошие игроки знают, что здесь лучше, наверное, не пить из этой речки, вот в этих именно местах, потому что здесь дайнозухи плавают. А какие-нибудь опытные игроки могут пойти к болотам. Потому что они знают, что передвижение дайнозуха все-таки не очень такое быстрое, как может показаться, да, и пойдут пить к болотам безопасно. Ну, тем более там и неглубокая водичка. Как мне теперь захватить эту тушу грёбаную, которая крутится и вертится, как волчок? Да чтоб тебя! Давайте наплюем на нее, да? Я не понимаю, что с ней? Она сумасшедшая. Во, все, прекрасно. Так, ну ладно, оптимизация хромает немножко, не будем пока ругаться, не ругаемся. И пойдемте прямиком, наверное, вот к тем болотам. Да, там такое нормальное местечко, в принципе. Угу. Так, побыстрей, дайнозух, давай. Так, стоп. Вот здесь хорошие заросли. Здесь тина. Так, бросить тушу здесь. Возле воды. Вот так. Куда побежала моя туша? Остановись на месте, господи. Все. Хорошие заросли, тина. И здесь, в принципе, меня будет не очень-таки заметно, я думаю. Так, подожди, давай посмотрим. Развернемся. Прямо ровно на тушу. Дерево в воде с корнями. Ну, это нормально. Так, мы не создаем всплески. Стой. Мы держимся дна. Всплесков нету. Ну, какая-то мелкая рябь. Не особо заметно. И можно, в принципе, наверное, вот так где-нибудь здесь засесть. Почему бы нет, да? Сейчас, подождите. Я развернусь ровно на тушу, чтобы сожрать пришедшего динозавра сюда полакомиться моей тушкой, моей приманкой. Давайте попробуем сейчас для начала выпрыгнуть сначала. Получится у нас? Чуть-чуть поближе. Вот так. Допустим, кто-то подходит, и мы такие. Опа! И уносим под воду. Да, хорошее место. Все. Распрекрасно. Ну, остается только ждать.
В принципе, у меня голод не мучает, жажда не мучает, хпшка восстановлена, я здесь могу сидеть хоть до утра. Чуть-чуть поближе, и вот так остановимся здесь. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, барахты. Карыч. Карыч. Идет на запах тушки моей. Ловушка работает. Давай, 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 родненький. А, боится, боится подойти. Он понимает, что это за мануха. Понимает. Ну, готовься, дружище. ГГ. Ух ты какой, а? Ты посмотри. А ты что думал? Ты что думал, зверек? Ножки, рожки, карнотавр, я тебе дам с... О, это ты зря. Ты что думал, я тебе дам свою тушу съесть? Такой наглый пришел на мое болото. Пытался откусить кусок туши от моего мертвого ютараптора. Оборзел совсем. Совсем страх потерял. Ну давай, давай. А, все, да? Испугался. Ну ладно, хорошо. Ты что? Где ты? Ну, он по-любому придет сюда. А, как приятно, когда подписчики подписываются даже во время съемок. Спасибо большое. А, вон он, родненький, ходит. Он, видимо, очень голодный. Да, он, скорее всего, видимо, голодный, и поэтому туша ему просто необходима. Ой. Блин, я создаю всплески, меня очень видно. Давайте попробуем перехитрить. Как мы это сделаем? Мы сейчас, наверное, попробуем взять тушу. Где она? Где наша тушка-то? Я не вижу ее, ни черта. Ты что, ее унес уже, что ли? А, вот, все, вижу, 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 вижу тушу. Боится подойти. Ну, Карна понимает, что я его просто могу свалить. Тем более он один. Так. Забираем нашу... Ох ты какой, а? Ты посмотри, какой борзый. Он еще пытается мне что-то там покричать. Ну, забираем нашу тушу. Давай, давай. Подойди, подойди. И просто уплываем с ней вот на ту сторону. Я знаю. Я знаю, там есть такое местечко. Местечко, где можно спокойно сейчас переплыть. Сейчас переплывем. В общем, короче, я перетащил ее на другой край берега, откуда я, в принципе, наверное, начал. И выкинул тушу вот сюда. А теперь ждем. Ждем засада. Делаем засаду. Блин, вот о чем я и говорю. То, что когда очень мелкая река, меня очень хорошо видно. О, Карнич, вот это ты зря. Оборзевший. Ну давай, давай. Ты посмотри, что делает. Он пытался мою тушу опять утащить. Не-не-не-не-не-не. Ну, хорошо, окей. Окейушки. Ползи в воду. Ползи в воду. Ползи в воду, говорю. По следам крови он, конечно, меня сейчас вычислит. Надо посидеть, похилиться маленько. Блин, уже темнеет, я ничего не вижу.
Нет, я просто дождусь того момента, когда ты пойдешь есть эту тушу. Вот это свистопляски, да? Так, а я его покусал, по-моему. Кусманул я его раза два, наверное, точно. Блин, а у меня и стамина кончилась. У меня кончилась стамина. Так, поэтому мне... Вот реально, мне сейчас надо, короче, порегениться, полежать. Да, иначе... без стамина я его не смогу не догнать, ничего не сделать. Пошли, короче, в воду регенимся. Так, ну вроде бы я похилился, все нормально. Этот карнотавр никак не успокоится, никак он не... Ну, неугомонный он просто, просто не... Неугомонный, а? Да не отдам я тебе тушу, свали ты отсюда, ты мне уже... Просто ты мне надоел. Наверное, пора заканчивать с этим спектаклем, я думаю. Буду ждать, пока он попытается стащить мою тушу. Я вот буду ждать. А, он меня пропалил, я понял. Ладно, хорошо. Вот как я говорил в своих гайдах, никогда не выходите на берег, иначе вас загрызут. Потому что мы не сухопутное животное. Мы должны придерживаться воды. Ну давай. Подойди сюда. Я тебя буду сутки выжидать, мне все равно. Куда он поплыл? Побежал, вернее. Поплыл я, а он побежал. Что за хитрый ход конем? Да опустись ты под воду. Блин, здесь вообще... В смысле, здесь дно? Ладно. Сделаю вид, что я дурачок. Ага, вон он что делает. Он отрывает куски мяса потихоньку, да? Перехитряет. Я понял. Ну ж, молодец, окей. А теперь я сделал вид, что я поплыл за ним. А сам подбираюсь к туше и выскакиваю прямо на него. Блин, я спалился опять. Да вот хрен тебе, а не туша, короче. Слушай, Карнотавр, ты меня задрал. Вот пойдешь за мной под воду, понял? Ты озверевшая морда. Ты в курсе, что... Ты озверевшая морда. Все. Отыграл Карнотавр. Ушел на дно. Карнотавр ушел на дно. Блин, я ни хрена не вижу. Надо было решетика подрубить на съебочку. Ну, в общем, как-то так. Все, короче, это мое болото, и кто сюда придет, тот здесь умрет. Все, всем спасибо за просмотр, пальчик вверх, подписка на канал, до новых встреч, пока.